Всем здравствуйте, добрый вечер. Сегодня у нас будет прокол. Кебаб. У нас продаются вот такие полкул. Называются вот такие маленькие. Это вот такие продаются у нас здесь. Мы сделаем из это кебаб с мясом. Как сделать? Сейчас я покажу. Нам стакан нужен. На стакане. Мы положим два стакана. У нас выглядит вот так вот. Маленький, как рис. Похоже. Воду, два стакана, тоже или три стакана, теплая вода, положим где-то часок, поставим, чтобы обухло, через часок мы подорожаем, готовить, вот так помешаем и все, хорошенько помешаем. И поставим где-то часок. Через часок закрываем обязательно крышку. Через часок продолжим, что добавит, что готовит. Все, закрываем и поставим вот так. Все, наш кускус готов. Выглядит вот так. Еще. Все, это поставим в сторонку. У меня один. Картошка полная, я не готовила, полная не скипела, чуть-чуть скипела, где-то 10 минут. Теперь на маленькой терке терку сделаем. Все у нас готово. У меня, почему картошка я маленькой теркой сделала, потому что половина скипает, вот такие крахмал отделяется. Поэтому вот так будет. Вода не течет. Теперь положим. Все, нашу картошку положим. Хамада. Это у меня свинок хулиганит. Черный перец чуть-чуть. Добавим. Половина чайных ложек. Где-то. Зира мелчины чуть-чуть добавим. Чайный ложек соль. Тоже. И два где-то ложек крахмал. У меня кукурузный крахмал. Поэтому я с чайной ложек два. И какие у вас масла? У меня подсолнечное масло. Все это положим и будем тест делать. Как на лепешке, как на пирог. Все это будем помешивать руками хорошенько. И будем сделать тест до готовности. Вот так, когда помешиваете, теперь надо нам на рабочее место положить и сделать как тест. Вот такие. До готовности. Все будем сделать вот так. Все, наш прокол готово. Теперь вот так выглядит, как тест. Теперь на мисочку поставим и отправим где-то часок на холодильник. После часок будем оформлять наше и будет жарить. Все, у нас кускус отдохнуло, который мы замочили воду.
Я поставила один картошку, почистила, картошку поставила, чтобы чуть-чуть. У меня здесь лук, один штук маленький нарезано, чтобы наша картошка чуть-чуть готовится, полностью не готов, не скипит, чуть-чуть. И у нас сливочное масло здесь будем жарить. Лук мягкий, потом мясо. Все, наш лук пожарилось. У меня где-то 300 грамм мяса, фарш. Будем жарить это мясо до готовности, чтобы вода выделялась. Нам не нужен вода. Соль добавим. Какой у вас песни есть, добавьте. Какой вы любите, добавьте. Все, наше мясо готово. Вот такие сухие, без воды нам нужно. Да, вот это кажется, надо. У вас какие песни вы любите, добавьте. Теперь мы отключим и поставим до холодности. Холодный будет, потом используем. У меня здесь картошка тоже кипит. Полностью не надо. Чуть-чуть надо кипить. После этого будем терку сделать. Все у нас готово. У нас теперь рука намачиваем воду вот так чуть-чуть. И накрутим в шар. Вот так. Нажмем и накрутим шар. Теперь рука, палец нажмем. Серединку вот так надо открывать. Чтобы наше мясо положить. Вот, серединка у нас открыта. Теперь мясо положим. Мясо положим на серединку. Когда положите, хорошенько надо положить и вот так закрываете. Вот так. Все, будем жарить теперь вот это. Все наше будем готовить вот такой слой мяса и наш кипа. Теперь палец положим и накрутим. Вот. Мясо положим и закрываем. Все надо сделать вот так, с помощью. Теперь закрываем.
Все. Все у нас готово. У меня где-то 10 штук получилось. Я с полной стены сделала все. На завтра тоже я поставила. Масло положила я уже. Теперь на горячее масло будем положить по одну штуку потихоньку. Так красный свет и будем жарить. Теперь будем жарить. Все у нас готово. Вот такие вкуснятина получилось у нас. Вот так выглядит все наше блюдо. Я сейчас отрезу один. Посмотрим. Еще горяченький. Вот когда вырезать, вот такие. Утренний вот такие будет. Ну, давайте всем до свидания. Кому понравилось, поставьте лайк. Напишите на наш канал, нажмите колокольчик. Новые видео приходят вам. Пока-пока.